Почти 40 лет на одном и том же участке. Депутат Госдумы Михаил Емельянов пришел на избирательный участок на улице Казахской по месту прописки. Я здесь живу с 2 лет. Как родители получили квартиру, так, собственно, здесь я и зарегистрировал. Никуда не перерегистрировался, никуда не уезжал. Поэтому это мой родной участок, где всегда голосую. Здесь всегда все в порядке, здесь всегда все хорошо, но сегодня, конечно, бешеная явка, сумасшедшая явка. Я такого не видел, может быть, никогда. То есть у людей большой энтузиазм, это приятно. Никита Луканченко голосует впервые в жизни. Отдать голос за своего кандидата считает долгом. Проигнорировать поход на участок не позволяет гражданская позиция. Каждый уважающий себя человек, который любит свою страну, должен участвовать в ее политической жизни также и принимать участие также в выборе президента Российской Федерации. Участники голосования отмечают удобство организации выборов. Анатолий Онищенко приехал в гости к дочери. Заранее написал заявление о включении его в список голосующих по месту нахождения. И сегодня без проблем смог отдать свой голос. Внимательная, добродушная женщина. Ну, хорошо приняли, выписали этот открепительный. Я сейчас приехал. Очень хорошо и удобно.